Зачем ты меня просил про то, в Штормград? О. Так, ну что у нас по 5-му получается? Ему нужно было плечо. Алиса Грудак. Стримить, что ли? Так, то что у нас получается? Грудак на шамана. Башка напала. Грудак на мага. На этом все. Все остальное могу барыжить. Штаны наварить. Бошку напало, кто пажи забирает? Полик, у тебя еще чего-то нет? Шарик ты дособрал? ДД. Да я хотел пиханное прото 4, чтобы уже куска было голову полутать. Ну пока. Ладно, я на следующем КД. Не страшно. В принципе, без разницы, он с Лиаром ее вернете, если она выпадет вообще. Че мы с нами? Давайте. Погнали. А, Лиару тоже на второй спек, да? Да. Красик. Ладно, удачного рейда, ребят. Давай, вот пока. Доминировать кого-нибудь. Вступить надо, я могу вступить. Мне только на же эти два босса надо. Какие два? Мне плащ надо на силовой, это сила крит пробивание и шея на танк. Это сейчас скажу. Так, авария. Чё ты хер не снял? Это Моргрим. И
декоратор. Так, кто он слил? И вообще, фир это самое сочное, он физически, и хуй вы его продиспелить, это самое приятное. Радуйся, что быша не было, его слил. Радуйся, что я тебя спас, тебя уже бесили. Это да. Это да, да, я видел. Порчи, блять, обмазали. Красным, что он работал. Лопа. Не знаю, больше слов нет. Так, по плечам у нас получается все свободное, да? Ну, номи она нет, так что да. Здоровье для бонусов нужно. Последний кусок. Не, пих, если номи она не будет, бедролем зайду. Я вообще ворон украл. Не, пих, на еще один Т5 обойдешься. И не себе. Не для себя, для друга. Так ты есть. Паша, дай мне тебя. Я нашел доступ к паровские плечи. Чем? Я нашел, кто купит варовские плечи. Заебись, у меня таких покупателей ебаная гора в ПМ сейчас висит. Ну ладно. Слушай, сколько стоит варовские плечи? Хочем на денег. Ты не переживай, я этот кусок уступал Номиану. Тоже на его обспект, чтобы он 4 куска дособрал. Но Номиана нет. Я заберу его на кита, значит. У меня еще манки. Так, получается, банк ты штаны, да? Кроме штанов у нас, в принципе. Ну, типа, Номиана разбуди за плечом. Нет, я зайду. Серьезно. Надоело его уступать, и штаны еще и не падают. То есть и плечо, и штаны. Угу. Лёва, ты не охренел 6 брюлями? Отсутствие тренинг немножко. Что? Компенсирует немного отсутствие тренинг нормально. Ну, сука. Ты, кстати, не в курсе, у армсов снизили агро или армсов это не коснулось? Конечно нет! Ты что, этим спеком первый раз играешь? Не, ну он там писал, что типа агро билки от Т5, ну, ё-моё. Ну у нас одна-то билка от Т5 есть, вихрь, ну как от Т5? Ещё спорно от Т5. Конечно. Димка, я сейчас ебанул 94 тысячи и создал почти 180 тысяч угрозы. Нихуя неощутимо. Ой. А че надо таким ебанул? Уже под проки полностью. Воли на силу ебануло мощно, да. У меня 76 вылетело. А, ну у тебя ж, наверное, по 3, у меня ж 3, одна не прокает, ну она как его.
Я помню, думал, что лучше отдать, типа, один мощный, ну, типа, под 100 косарей, чем этот, чем сплетение. Но потом я ошибался. Ты волю на зов менял или у тебя нету зова? Нету, я поменял на зов. Просто я вот не знаю, может волю просить мне поставить сейчас под P5. Это надо смотреть, как она пробка везет. Если везучий, да. Ага, особенно я, с двумя брюлями. Так, макросы с Дубинским меняем. Лиар, бафни по всем каске, пожалуйста, я МП5 перешу. Паша, я лофмас, но я в 10, что кричи. Хорошо. Ну Аляр уже спикнулся, значит сиди в ДД. Макрос присмонили. Поехали, я вообще на пол. Лапку только дай, Паш. Тебя им кашляло, она спала.
где пропал? Алло. Ножки коротенькие. Где он упал, что ли? О! Упал. О, в чате написал. Еще таунтит. Ну, подняться ты поднялся, а стал уебищно, так что тебя хилом лусы. Паша ачивку сделал, да? Угу. Я ее в реале сделал, потому за 2 дня на 40-градусном солнце, блядь. Как поджарился хорошо. Там это middle steak. У нас вот только 2-й день вот солнце начало светить. Так вообще 10 градусов было, пришлось даже в куртке ходить приходится. У нас просто 36-38 в тени. Вот еще не иди. В Ростове он с раховки где-то. Самое оптимальное, вот 20 с лишним градусов. Грубо говоря, не жарко и не холодно. У нас сейчас кратковременные дожди, пыль оседает, прохлада такая. Короче, самая топ погода сейчас. Да уж. Тяжела жизнь тогда. А ты чё думал, блядь? Думал, в сказку попал. Да мгновение тупо не хватит. Надо стоять под пост. Как волну дам, так можешь подбегать. Аж закинь по нему байрон, типа полезный, наверное. Дерево косипор. Сужда. Стань, я Стаси переписываюсь. Бросай это грязное дело. Я сейчас, может, на Джайну свалю. Нихуя. Пали? Куда он идти? Угу. Чаржнулся, блин. Понимаю. Пуху, братан, там такой рейд, по-моему, собрался, что писец. Чё, куда все хапалы-то делись? Вроде ж куча была. Я чё-то вообще сейчас написал этому челу насчёт Т5 и...
Бля. Мне запах не кажется. Ну да, 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 да. Не плаща. Не премиума, блядь. Паша! Чё ты орёшь? Ты чё орёшь? Говорю, триня на ДЦ ок, чё ты мне пихнул? Ты молчал. Вдруг ты леска. Чё тебе не нравится? Я поэтому и спрашиваю. Оля, кольцо, триня. На ДЦ как? Наверное. На холика пригодится. Да, блять, холика. Ты Паша был ты все? Чё был? Что ты хочешь, пиха, еще раз, нормально, понятно? Побить хочу здесь на роботе. Кого? Элемом? Бей. Я не против, бей Элемом. Стоит джипс в ходу в комнату. Рос, бати. Yeah.
Пиху, ты знаешь, какой вариант есть? Попросить Пашку спекнуться в сову? Я про что и начинал говорить. Спекнуть в сову? Бадол. Бадол. А ты затея? Мне все равно. Если они не рейд не уронят, я спекну. Ну ты, я думаю, не уронят, Тимур-то будет. Блять, бью в шмоте от холика, думаю, что такое, чё у меня опять не стакается, блядь. А что ты вообще делаешь в холике, смотри? Ну, так получилось. Пока Тимур дамажил, я хилил. Ну или делал видимо. Ты Алара хилер? Да. Или вы видимо, что я полезный. Не вали, Паш. Ты что, не почувствовал хил, что ли? Сейчас тим добьем два моба самого. Во-первых, добьем моба. Поставим шкаф. Мурлок, давай. Ассист. Шаря с банкой в танках будут. Лиар. Да, ВДД. И сейчас пару человек еще потом выкину. Поэтому могу покупать. Все, Тимур тут репав попал, удали, поехали дальше Бой заебал, ты не один танк. Что? Ты про что? Зачем ты забираешь второго? Танчу одного. Здесь еще танки есть, кроме того. А я что, двоих танчу, я одного и танчу. Что ты сказать хотел, я не понял. Ты второго тоже сагрил. Я его не агрил. Пошел на себя. Был далеко. Ну ты видел корни кинул друид или не видел? Ты, Кока, ты ругаешься сейчас не в кассу. Почему? Ну, что такое злой не понял? Хуешь, кобил на пудово Войда. Извинись, во-первых. Я нажал даун и бить моба начал второго. Вот. Ну, я двоих не танчу. Хватит. Так, чё, Пашка спекнулся, да? Рыба. Танк топ-1, шо? Поставьте портал, давай отправим Алира и Космо. Удал. И Риба.
после этого босса назад при самонию, сейчас отвел туловище самонию. Космо дал, может ачивку сделаем наконец-то на сферу. Разжаловали из почетного бегуна. Кто бегает, Войд? Пусть он лучше на бой. Зачем? Поля хочет побыть, кто должен. Может сегодня? Паш. Паш, у нас сейчас 3 танка. Угу. Кто бегает? Кто в ДД? Ар лучше на босса. Аляр, тип ты в ретрике, и у нас 3 танка. Да, потому что я шарюсь, поэтому. И тот, кто не заслакается со сферкой. Банка, давайте побежишь, хотите? А кто второй будет на 8? Шарик и Войд. Войд. Нормально, нормально. Банка котиком побегает. Давай, банк, мы все верим. Полика, дай прилично МП5. Сделаем ачивку хоть раз в жизни. Подходите сюда, давайте быстрее, нехуй тянуть. Не надо так. Алис, прожмешь Геру, хорошо? В тебе стоит? Да, вообще-то. Что-то говно кидает на дальнюю цель крайне. Одна полетела. Вторая полетела. Теперь его можно в центр увезти. Вы в центр уведите. Саня, я очень надеюсь, что тебя не зацепило. Ты так не хорошо стоишь. Это меня? Да? Скорее всего, плюс, да? Не, меня не было. Ну, вроде не было салов по рейду. Значит, нормально все. Нет, вообще не один стоит. Блять! Что за дань что-то делает, блять? Это? А где косты? Не, по идее должно быть еще. Не, полученный колесо, вроде там нет атмосферы никого.
если все выйдет, с вас просто голды. Я вам не скажу, почему у вас было сало. Так не было сало, не должно было быть сало. Ну, раньше. Может, забежать? Ага. О, мне сейчас сало. Вот сало. Нет, сейчас. Подбежал к тому, где еще. Палочка, нет. Я остановился уже, хули. Постою тогда. Чё просто? Медведя можно покидать. Ничего, Паш, работала механика, как и на Кильтасе. Рейндж 40 метров. Вышел за рейндж, тебя не покидал. Болит. О, воет доволен наконец-то. Запад. Ебать, что за запад. Так. Паша, перемести меня к Войду, пожалуйста. Судя по микрофону, я так понимаю, во время рейда пика орал. Не, это не я был. Это я орала. А ты кто? А ты? Это Оли, под окном люди тонут. Ты видел истории. Часть команды, часть корабля. Как это обидно? Это Чарли, это ты так фанишься? Олег, вешенка, ничего. Ну, просто надо сервер молт вешать и все. Так, защищаем пачку, ставим шкаф с аммонием Алира, с аммонием Космо.
ДСМ Маркус. Я на него подошел. Алира это типа краткая Алира. Просили же шкаф поставить. Танков не можем остановить, хоть диван не давай. Вы, блять, рухаете или чё? Я же говорю, хоть диван не давай. Че тут? Их крестомонними. Один что-то правит тут. Паш, перекинь лапу. Патруль. Геру, ты кто? Тихо. Гера, где, блядь? Будет потом в мобах? Да. Еще патруль. Вот лови патруль и дайте Геру.
Давайте, собирайте два пака. Второй тоже собирайте сюда. По танкам на пол дайте нормально. Не вливайте сразу, дайте на. Подожди, не агри, ресну. А, все уже. Погнали. Собирайте. Оль Гимнский. Пина посыпал. То же самое, два пака. Как обычно. Поднимаем рибах, парень, грубо стоит.